Друзья, всем привет! Это дневник ФНТВ, и сегодня в 45 раз собрались крупнейшие работодатели России в финансовом университете. У нас традиционный день карьеры. Пойдемте знакомиться. Сегодня у нас день карьеры, точнее, карьерный марафон. Традиционно приглашаем наших студентов по программам бакалавриата, магистратуры. Ну и, конечно, у нас сегодня активные участники нашей обучающейся колледжей. И работодатели тоже, помимо того, что обращают внимание на наших бакалавров и магистров, теперь с удовольствием берут наших студентов и выпускников СПО. Интересно ли такой формат и можно ли что-то полезное действительно найти? Да, это классная возможность найти какие-то стажировки, напрямую пообщаться с людьми, которыми работают в этой компании. Если вам 5 лет учиться или нет? 4? А, ну все, это вообще хорошо, вы можете пробовать стажировку. Потом, опять же, если хорошо ее успешно пройдете, вам предложат пройти собеседование. После него, опять же, при успешном прохождении попадаете на работу уже непосредственно в ВК. Здесь сегодня поистине жарко. У нас 50 участников-работодателей. Представлены организации государственной сферы, банковского сектора, компании различных сфер деятельности, сфер аудита, консалтинга, сферы IT, страхования, оценки. Производство, сектор FMCG, все те работодатели, наши партнеры, которые заинтересованы приходить к нам в ВУЗ, брать наших ребят на практики, на стажировки, на вакансии. Самая актуальная информация о карьерных возможностях. И действительно атмосфера, заряженная на успех. Три причины выбрать стажировку в счетной палате. Это интересно, это удобно. Это престижно. Можно ли тут сосредоточиться, выбрать, понять? Или вы приходите уже подготовленные? Здесь примерно? Интересно. Да? Очень интересно. Ну вы вот пишете туда, куда хотели, или? Это у нас квест. У нас квест, мы проходим квест. По всем компаниям. Чем финансовый университет традиционно интересен Федеральной налоговой службе? Отсюда выходят очень квалифицированные специалисты, и тут обучаются направления, которые очень тесно связаны с нашими отделами в нашей организации. Кого смотрели, с кем общались, где были? Я ходила вот сюда, вот очень красивое такое замечательное место, было очень интересно, и дальше, думаю, пойду туда. Вы тоже третий курс? Третий курс, бакалавриат, пора реклама и связи. Пора работать, ребята, пора работать.